Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание! Апреля в 11 часов в ванном корпусе АГГПУ имени Шукшина была проведена учебная тренировка по пожарной безопасности. В ходе тренировки были отработаны вопросы эвакуации сотрудников по сигналу пожарная тревога. Комиссия по итогам тренировки отметила, что вся эвакуация была проведена четко и быстро. Время эвакуации составило 4 минуты в главном корпусе, и те вопросы, которые были отработаны, они полностью были отражены в ходе проведения тренировки. Thank you.